Ну, собственно, если продолжать дальше, то вот оно, с другой стороны немного, с дырочкой такое. Огромное, повторюсь, опять же, гигантское, просто здесь рядом еще есть небоскребы, но я даже сравнить, собственно, не могу ни с одним. Они тоже красивые, здоровые, но все-таки вот эта конструкция, она потрясающая, потрясающая. Так и кажется, что сейчас упадет, но с другой стороны, понятно, что он не упадет никогда, если, правда, не сгорит, как соседняя. Прикольно. Если приглядеться, можно увидеть там маленькие лампочки. Это кабинет рабочий, видимо. Вот. Ну и, собственно, этажность я даже не представляю. А считать, наверное, и поленюсь. В любом случае, все Википедии найдется. Вот. Какие-то люки снизу прикольные, может, смотровые окна. Дырочка это самая. Ну и, собственно, все. Пара тарелок снизу и слева, вот опять же, то самое сгоревшее здание.